А, спасибо. И ваш сок. И ваш стейк. Приятного аппетита. О, давайте мы вас спросим. Подождите, вы сильно заняты сейчас? Походу, ну, я ед. Отлично. Мы с другом дискутировали насчет того, чем заняться нам в этом городе. У нас сколько идей? Несколько. Одна идея вам может не понравиться, конечно, но... Но Блин. проституция — это грех, Да если вы вот об в этом. том-то... Нет, не проституция. Блин, как это назвать-то, слышишь, чтобы не обидеть никого, блин. Я не знаю. Сейчас. Короче, автомойка 18+. Вы поняли меня? Как вы к такому относитесь? Як к такому? Да. Ну вот, смотрите, Я предположим, тоже. бы вот такое заведение открылось, где, я не знаю, мужики полируют вашу машину. Но у меня-то нет машины, поэтому не знаю даже, как к Ну, этому это повод, Можете чтобы она вас появилась, разве нет? подполировали. Ну, блин, знаете, я далека от мира машин, поэтому мне прям очень сложно ответить. Тем более я Да может религиозный быть даже человек. быть и вас даже отполировали, так-то не важно. Нет, до свадьбы меня нельзя полировать, я религиозный человек, сами понимаете. Но в целом я думаю, что если бы мужчины этим занимались, то, конечно, у вас клиенток было бы достаточно. Ну вот, Вот. есть, Но и да, проблем вот. тоже было бы достаточно. У Почему? этих-то клиенток есть Молодые парни будут. там, да. Блин, так их тоже надо тогда туда, мне кажется, две автомойки Кровать. напротив. И, Ну, короче, так. да, ну знаете, это как туалет мужской и женский, автомойку также. Вы знаете, если вы откроете именно мойщики для, ну, где работают одни женщины, вот тогда это да, это было бы популярно. Вот, сейчас спросим еще мнение, наверное, если человек не занят. Здрасте, а можно вас на минуту? Сейчас Секундочку. алкоголь рассортирует. Ладно, ну в общем, есть такая идея, мы поняли. Так, а что у нас еще были? Какие задумки, блин? А, слушай, это лучше вообще не говорить, я просто вспомнил, блин. Черт. Так, ладно. Короче, ладно, пока остановимся на этом. Просто немного такие сомнительные темы. Ну, знаете, тут еще хотели открыть массаж-салон, тоже как вам идейка. Так, Так, для если вы фактапа. про бордель, то Хотели? сразу нет. Не, мы Не, не у про нас, не у бордель. нас, не у нас. Не, Это бордели в уже штате. есть. В штате, в штате. Я спрашиваю мнение людей, просто вот мы думаем, чем заняться. Есть такая идея открыть автомойку а-ля 18+, если вы понимаете, о чем я. В свое время на Хавике было нечто подобное, но... Вот если бы такое появилось, вы как к этому относились? Вам было бы интересно туда приехать, не знаю, посмотреть, что там происходит? Лично мне... Не знаю. Вот На данный представьте, момент есть, я... смотрите, есть вот бордель-клубы, как вы говорите, или как это правильно, но туда У некоторым этого есть стыдно заходить. своя... Я вам так скажу, у этого есть своя... свой контингент. И вы должны понимать, что контингент, который будет ездить к вам на мойке, Так. будет постоянно приставать девчонкам, у вас будет куча из-за этого проблем, если у вас не будет хорошей, уверенной крыши, Блин, об этом куча я не подумал, ребят, кстати. готовых поломать пару костей другим ребятам, то как будто бы можно закрываться. Подождите, а у Видите, вас как нет там такой все проблемы, сложно? что... А у вас нет такой Что проблемы, такое? что... Допустим, конкуренты, ваши конкуренты, ну там бары какие-нибудь, они же ваши конкуренты по факту, присылают сюда какие-нибудь головорезов, которые очень тут Я портят знаю почти всех репутацию. владельцев заведений в городе. И ни с кем не враждуете. Нет. Интересно. Что-то слишком странно Даже даже иногда как-то. ездим к ним кушать. Пушить одно, а ломать Просто мне кажется, ваши... японцы, они могут обидеться. Не знаю, сегодня был лучше. Могут позавидовать, что, допустим, к вам ходит или кому-то еще прийти, там, не знаю, самурайскими мечами, там, Нет, харакири у устроить. нас здоровая конкуренция. Тем более недавно была встреча владельцев бизнеса. Мы там сидели, обсуждали моменты, поэтому... Забавно. Ничего такого страшного, как показывают в фильмах, у нас тут нет. Короче, мы весь Есть, вечер конечно. генерируем идеи, чем заниматься, блин. Что-то у нас какие-то странные мысли, ну ладно.
Просто мы поработали, ну, как мы, я поработал чуть-чуть в такси, блин, и понял, что это какой-то отстой, блин, когда меня 4 раза киданули на клиентов, блин. Ну, типа, знаете, вызов поступает, и никто не приезжает. Какая-то фигня. Ой, ну таксистам нынче опасно работать. У меня был знакомый, которого ограбили 2 раза. Опасно? Очень не, мне не ограбили. Я подвозил сегодня единственных клиентов, да, какие-то... Да, там был тип, который из тюрьмы вышел. Но на том мне чуть сверху накинул. Не знаю, нормально вроде. Но больше раздражает, когда приходили вызовы, и там приезжаешь, а там никого нету. Я не знаю, куда они подевались. Твари. Какая-то фигня. Да по-любому, блин. Слушай, блин, ладно. Даже не знаю. Ладно, не будем вам мешать. Всегда можно продавать хот-доги, знаете, на пляже. Были бы клиенты на пляже. Я не против. Нет, там всегда много людей. Ладно, мы что-нибудь придумаем, надеюсь. Думаю, много чего можно. Мы тоже так думали, на самом деле нет. Не все будет сходу деньги принести. Что-то выгорит, что-то нет. Да. Ну, когда тоже прилетели сюда с друзьями, мы тоже пока не знали, чем заниматься. Но... Просто ради интереса, вы давно здесь работаете, в этом месте? С открытия. Это сколько прошло? Сколько месяцев? 2? Боже, чуть больше. А вам не наскучило это? Но все-таки привязка к одному месту, там, не знаю. Ну, временами да, временами нет, ну... Стабильность — это всегда хорошо. Ну да, я согласен, это стабильность, но... По сути, 4 стены вокруг постоянно. Слушайте, некоторые люди в офисе работают по 20-30 лет в одном и том же. Короче, надо придумать работу мечты, это какая-то, блин, слушай. Начались мероприятия много разных, что нас приглашают туда, поэтому, в принципе... Ага. Все с Бритни, не помню. А, короче, Бритни, но завтра будет мероприятие на Лоскана центральное. Что за мероприятие? Ну, там у них там будет какое-то там свое мероприятие, мы будем еду туда, в общем, короче. Я слышал, будет какое-то мероприятие в каком-то клубе, где какие-то голые мужики будут танцевать, что-то, не знаете, это сам я туда не пойду точно. Вот у нас как автомойка только, блин. Подожди, а во сколько будет мероприятие? Завтра в 9 вроде. А, ну, блин. Постараюсь успеть, конечно, чтобы помочь. Я вообще говорю просто, что... А что за мероприятие? Какая тематика еще раз? Там с машинами связано. Там с машинами? СК, там будут скидки на тюнинг, там дрифт и всякое такое. А где это будет? На центральном ЛСК. Там, где помнишь, где мы были? Да. Ну что, можем заглянуть завтра, интересная вроде тема какая-то. На портале, может быть, Visual News написано, что ли, нет? Нет, пока рекламы не было еще вроде. А, не было. Фу, ладно. Ну вы приходите завтра, думаю, там будет весело. Да, придем. Пошли сядем в центре там. Кейс, спасибо, что поговорили.